Здравствуйте. Сегодня около 11 часов 40 минут в Воткинском районе Удмуртии произошло трагическое ДТП. На первом километре автодороги Воткинск-Чайковский столкнулись встречные автомобили Opel Astra и Honda CR-V. В результате один человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Трагедия произошла недалеко от поселка Волковский. 61-летний водитель автомобиля Opel Astra, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он допустил столкновение с автомобилем Honda CR-V, за рулем которой находилась 50-летняя женщина. В результате водитель Opel получил смертельную травму. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Среди пострадавших оказались водитель Honda и ее пассажир, 15-летний мальчик. На данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь. От столкновения оба автомобили получили серьезное повреждение и, скорее всего, больше не подлежат никакому восстановлению. Причины и обстоятельства аварии уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и бригада спасателей. Движение на участке, где произошло столкновение, восстанавливается. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 10 сентября 2021 года на российских автодорогах зарегистрировано 379 случаев ДТП. В них погибли 45 человек. Различные травмы получили 433, 55 из них – дети. Будьте внимательнее на дороге. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя. Всем удачи и добра.